15 танцевальных группы, 5 инструментальных классических народных направлений, 6 театров. Работа над праздником идет полным ходом. Очень приятно, что в этом празднике решили принять участие многие-многие коллективы, которые по каким-либо причинам в прошлом празднике не смогли быть вместе с нами. Поэтому география расширилась, это очень приятно. У нас в этом году очень интересная тема. Это 145 лет со дня рождения величайшего русского импресарио Сергея Павловича Дягилева. А там, где мы слышим имя Дягилева, конечно же, затронута замечательная тема русских сезонов. Это 80 лет празднику «Славянский венок». Будет, я надеюсь, что действие получится необычайно красочным, очень-очень интересным. Мы вспомним и балеты Сергея Павловича Дягилева, и русскую тему в теме именно русских композиторов. Не хочется открывать все карты, но мне очень хочется, чтобы население города Таллина обязательно в этот раз посетила замечательный зал Тонди Рабы и получила истинное удовольствие от увиденного и услышанного.